Украинские СМИ уже прямо говорят: не верьте глазам своим. Фото Тимошенко с послом России в ФРГ назвали кремлевской провокацией. Юлия Тимошенко и Григорий Немыря никогда не были знакомы с мужчиной, который подошел к ним в кулуарах конференции. С незнакомым, как заявляют в Батьковщине, мужчиной, Тимошенко мило шутила и улыбалась ему. Как только украинский политик увидел журналистов, сразу стушевалась. В момент разговора к веселой компании подошел обозреватель «Известий» Алексей Лазуренко и взял очень короткое интервью у лидера Батьковщины. Юлия Владимировна, а вы в делегации, да? Я гость. А просто гость. А с кем-то общаетесь сегодня здесь? А кто? Мы российское телевидение. Без комментариев. И такое непринужденное общение Тимошенко назвала инсценировкой российского МИДа. Ложь Юлии Владимировны возмутила МИД России. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова прямым текстом решила обратиться к жителям Незалежной. Граждане Украины, обращаюсь к вам. Вас обманывают каждый божий день. Каждый день вам врут украинские официальные лица, политики, СМИ. Почему они вам врут по такой мелочи? Потому что они врут вам все время. Они врут, что Россия агрессор, потому что никакого другого объяснения тому, что они разбазарили Украину, нет. Ребята украинцы, пора просыпаться. Вас дурят каждый божий день. Поэтому на территорию Украины не пускают российские СМИ. Поэтому про Россию рассказывают небылицы. Поэтому нас, украинские блогеры, обзывают и распространяют фотографии, которые подверглись обработке фотошопом. Чтобы вы, граждане Украины, продолжали жить во вранье вашей политэлиты. Без комментариев.